Итак, мы в Бордо, и сейчас я хотел бы объяснить, как работает прокат велосипедов в Бордо во Франции. Это все та же рубрика «Как это работает?», так что пойдемте посмотрим. Вы находите вот такую вот стояночку с байками, подходите к такой стоечке, выбираете, что вам нужно, прокат велосипедов на месяц, на несколько часов, на несколько дней. 1 час стоит 2 евро. Вот такой вот экран. Делаете секретный код, выбираете тут байк, номер байка, например, номер 7. Пин-код. Подходите опять к велосипеду, нажимаете на кнопочку, забираете велосипед и уезжаете. И вот вы приезжаете на другую остановку и засовываете этот велосипед на место. И только потом система понимает, сколько вы ездили, и снимает с вашей кредитной карточки деньги. Если вы не поставите байк в положенное место, то система засчитает вам каждый час, каждый день, и вы будете платить очень много. Вот так вот это работает. Просто и понятно. Нам бы такое в Украину. We want this in Ukraine. We have, but not often. Not everywhere, not... There is a lot of people. Yes. France. Well. До встречи в следующих выпусках. Спрашивайте, что вас еще интересует. Благодарю за внимание. Успехов вам!